Поехали! Как еще, конечно, в космическом стиле. Именно так в Самаре дали старт кампании по набору волонтеров на чемпионат мира по футболу. Студенты и даже пенсионеры бросились к компьютерам, установленным прямо в манеже Самарского университета, регистрироваться на сайте Международной федерации футбола. Владислав Вершинин один из первых заполнил анкету. Студент свободно говорит на английском и немецком. Во время чемпионата хотел бы быть волонтером-экскурсоводом. Говорит, рассказывать гостям о Самаре для него и удовольствие, и гордость. Ко мне же гости приезжали из-за границы, много друзей у меня иностранцев. Я их иногда вожу по городу, рассказываем про историю, культуру нашего города. Принимать заявки на сайте FIFA будут до конца года. Потом кандидатам придется пройти 4 отборочных тура, 3 онлайн-тестирования и личные собеседования. Опыт волонтерской деятельности и умение работать в команде приветствуются, а вот знание английского обязательно. Начинается все с оформления заявки на официальном портале FIFA. Разобраться в тонкостях помогут в волонтерском центре Самарского университета. Волонтеры – это самое главное лицо чемпионата, как я считаю. Именно они будут встречать гостей, именно они будут заниматься всеми нашими иностранными гостями. Список направлений, где будут работать волонтеры, обширен. Около 2 десятков профилей. От встречи болельщиков в аэропорту до помощи медикам и работы в информационных центрах. Будущим волонтерам еще предстоит пройти обучение, а Самара уже готовится принять гостей. Город готовится к этому чемпионату. Вы видите, как строятся развязки, ремонтируются дороги. Город украшается. С каждым днем эти изменения будут все более и более заметны. И старт волонтерской программы – это прекрасная возможность вовлечь в чемпионат мира огромное количество, десятки тысяч людей. Очень горд за то, что у нас в Самарском крае будет проходить такое мероприятие. Призываю всех наших жителей Самарского края, Самарской губернии, регистрируйтесь на сайте волонтеров. Будьте с нами, будьте с чемпионатом мира, ведь волонтерам быть очень почетно, престижно. Записаться в волонтеры могут жители любого региона, но среди 11 городов-организаторов уже началось негласное соревнование, где желающих помочь будет больше всего. Судя по активности первых волонтерских ласточек, у Самары есть все шансы занять лидерство и в этом рейтинге. Списки счастливчиков, которые попали в число избранных волонтеров, станут известны в феврале 2017-го. Виктория Шарая, Марина Кравцова, Максим Гусев. События.